Привет всем! Вы на канале Позитивный огород. Сегодня мы с вами поговорим о правилах формировки дыни для получения хорошего урожая. Такие у нас уже дыньки подросли под укрывным материалом на теплых грядках. Вот это у нас дынька идет карамельная. Этот весь ряд получается. А вот там подальше немножко ряд дыни медовая лакомка. Немножко она поменьше. Но тоже, вот видите, уже начали хорошо так проявляться именно боковые побеги. Один, второй, соответственно, третий, четвертый. А так как дыни у нас формируют урожай только на боковых побегах, нам нужно будет прищипнуть вот эту центральную плеть после, наверное, пятого листа, чтобы у нас сформировалось хотя бы вот 1, 2, 3, 4, 4 побега. И мы, соответственно, вот здесь потом прищипим дыньку. Также мы поступим и с дыней карамельной. Здесь тоже очень хорошо видно, что вот один побег пошел, второй. Вот здесь уже зачаток третьего, четвертого. И вот эту центральную плеть нужно будет просто прищипнуть. Самую макушечку отщипнуть. И так у каждой дыньки пройтись. Там как урожай будет только у нас на боковых плетях. Отщипнули. Так, ну вот прищипнули все наши дыньки, так сказать, отчекрыжили у них макушки. И для отличного урожая нам, конечно, должна помочь погода. Потому как в Сибири в связи с какими-то затяжными дождями, если, например, неделями будет идти дождь, дыни наши могут прийти в упадок. Поэтому будем надеяться, что лето нас все-таки не подведет. И очень, конечно, хорошо она растет у нас, дыня, под укрывным материалом. Здесь у нее не намокают листочки. Достаточно здесь сухо. Прекрасные такие условия для ее развития создаются. Ну а всем тем, кому видео было полезным, подписывайтесь на канал, заходите почаще в гости и пока-пока. До новых встреч!